Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, да, в новом формате, так как я перешел на версию 1.6.2, и плюс к тому я установил последнюю версию Pixelmon, которая вышла только, ну не знаю когда, ну короче, самая последняя, которая только есть, и это вообще очень офигенно, так как... Если я понял нормально, я читал там, то появилось много всяких разных плюшек, появились более прорисованные модельки покемонов, и плюс к тому, вот видите, появились новые уже покемоны, вот как раз вот тут я одного нашел, вот, это вторая эволюция Сила, 38 уровень, и это не может не радовать, потому что появились... Еще покемоны 40-х уровней, которых просто-напросто офигеть как много, и на которых можно нифиговенько так и прокачаться, да. И плюс к тому, вот, смотрите, какой стал Гастли, я заметил. Во, вообще жесть. Вы помните, какой он был в прошлой версии? Какой-то такой маленький, какой-то такой квадратный, и ну, не было как бы... разобрать, что это Гастли и не Гастли, просто разбирался, поэтому что с него вот этот Дэнни спускался. А вот тут они уже как-то его так прорисовали, что он полностью стал, как бы можно сказать, круглым. Вы прикиньте, круг в Майнкрафте, это вообще жесть. И глаза ему даже вообще офигенно так прорисовали, полностью вообще офигенно его прорисовали. И я еще, если помню, то еще вроде Шармандера изменили, он тоже... Офигеть, какой прорисованный стал. И еще кого-то там, я не помню уже. И добавили еще одного легендарного покемона, это Мьюту. Ну, но минус в том, что как бы он не спавнится, еще это не сделали, а как бы его можно только самому заспавнить, что-то вроде такое, но, короче, он еще в обычном мире не спавнится, и поэтому его еще как бы найти нельзя, да. Еще вообще такой офигительный плюс, это то, что добавили покецентры. Прикиньте, покецентры, то бишь в мире, в любой точке мира можно встретить небольшой дом, и куда можно зайти, куда будет в этот дом как бы автоматически встроенный уже компьютер, где можно хранить покемонов, и плюс к тому еще будут вот эти лечилки. И вот что я подумал, если вот произошли такие обновления, что покецентр там добавили или еще, и еще там много всяких добавлений добавили, обновлений, поэтому, сейчас я покушаю, поэтому вот что я решил, я тогда не буду использовать креативный режим, гейм-мод, только как бы, чтобы, не буду себе помогать, как я говорил, что это уже... Сезон, можно сказать, заканчивается, и поэтому я его решил продлить, но чтобы было легче как-то играть, так как вы уже понимаете, что это был... Ну, что я говорил, что... Я говорил вот так, да. Вы уже понимаете, что это конец сезона, поэтому я... Он уже должен был закончиться, как бы этот сезон должен был закончиться. Я же говорил, он должен был закончиться, когда у меня будет 30 прокачанных покемонов. Но я решил его продлить. И просто спросил вас, можно ли иногда использовать гейм-мод. И никто вроде не был против. И чтобы облегчить себе прокачку новых покемонов и просто еще немножко продлить сезон. И вот в чем сейчас суть. Если вот произошли вот такие обновления, если добавили там еще несколько плюшек, добавили еще что-то там, и я перешел на новую версию, тогда я буду еще немножко продолжать играть без... как бы без креативного режима, и буду как бы продолжать играть сам, добиваться всего сам, и играть, можно сказать, вот так, да, без креативного режима, так как добавили много разного интересного, обновили немножко, и поэтому можно будет играть вот так. И вот сейчас тогда я включу гейм-мод только для того, чтобы вот это поставить обратно сюда, и вроде бы все. Покеболы пусть уже будут, так как сейчас я пойду, может, еще ловить некоторых покемонов, и поэтому, когда они кончатся, я буду как бы уже крафтить их сам, да.
И что ж, дорогие друзья, я думаю, уже можно поехать ловить новых покемонов, искать новые покемоны, потому что вышли новые. Не так уж и много, парочку, конечно, штук, ну, это тоже просто-напросто офигительно. И сейчас тогда будем прокачивать наших покемонов, да? Так. И опять вот это поменялось. И так. И все, приступаем. Будем сейчас качать наших покемонов. Так. Да, конечно, не на того я хотел напасть, ну ладно. Так, давай. Шаризард. Пофиг, какие покемоны, чтобы просто-напросто побыстрее убить. Давай. Еще разочек. Отлично. Тогда сейчас опять вызываем вот этого. Пытаемся попасть в того громилу. Вызываем еще вот этого. И сейчас вызываем. Пусть будет Мью, да. Так. Давай, бей его этим. Еще раз. Отлично. Так, если я не ошибаюсь, у нас же вроде сил есть или нету. Если нету, то я его словлю, так как появилась вот его следующая эволюция, а в предыдущей версии ее вроде как бы не было. Вот поэтому сейчас можно его словить. Еще и прокачать, и это отлично. Сколько вас тут звуков, каждый свое имя называет, а их тут, этих всех покемонов. Вы слышите? Там всякие. Ладно. Так. Тогда я сейчас побегу домой и посмотрю, есть ли у нас сил. Да, вот вспомнил, что я хотел. Посмотрю, есть ли у нас сил. Если нету, то словим его. Снорлакс. Нет, сила у нас нету. А, хотя есть, ух ты ж, я даже и не видел, что я как-то вообще забыл, что у нас еще даже второй слот, а тут еще вот столько всяких новых покемонов. Это отлично. Этого тогда ставим вот сюда. И забираем, пусть будет забираем сила. Но суть в том, я не знаю, как они вообще прокачиваются, вот этот сил, и как прокачивается Golden, или как он называется. Потому что я не знаю, как они прокачиваются с помощью камней водных все-таки, или с помощью обычной прокачки. Ну, короче, мы сейчас вас посмотрим. Я пойду искать, наверное, камни. Так, сейчас тогда я по-быстрому, может, тут все-таки вот это... Thunderstone, Leafstone. Я сейчас это все раскладу. Так, эти камушки у нас еще остались с креативного режима, который я взял. Ну, пусть будут уже. Когда их используем, то я как бы не буду брать новые камни с креативного режима, а как бы уже продолжу играть без креативного режима и крафтить покеболы, крафтить вот эти превращающие покемон. А, как это сказать? Превращающие камни покемонов в их следующую эволюцию. А, ну, сейчас, секундочку. Итак, мы продолжаем. Я там немножко остановил. И вот там начался дождь. Итак, о чем я вообще говорил? Ну, да, вот, о чем я говорил. Эти все вещи, что я взял с креатива, они пусть уже будут, как бы я их уже использую, но я уже больше не буду брать из креатива. Это как бы небольшой такой, можно сказать, подарочек. Просто-напросто я их все, да, использую, которые вот эти все вещи, что я взял с креатива, там, например, покеболы, там, например, вот эти все превращающие камни в следующей эволюции, еще что-то там, пусть это уже как бы останется, а когда я это уже использую, то следующие, например, там покеболы, камни и еще что-то, я уже буду как бы делать сам там,
находить ресурсы, как бы уже крафтить самому, как бы уже буду, ну, крафтить сам, да. Так, спать нельзя. Ладно. Сейчас опять покушаем. И ща я тогда немножко разберу тут вот этот весь все инвентарь. Так. Это сюда. Так. Это поставим на пережарку. Стрелы нам не нужны, я так думаю. Да. Тогда это сюда. Камень нам. Ну, пусть будет, думаю. Порох сюда. Это сюда. Железо. Тоже иди сюда. Еда пусть будет тут. Вот так. Это тоже вот сюда. Это вроде мы все в шахте нашли, если я помню. Ага. Тогда порох заберем, это тоже вот заберем, поставим вот так. Это сюда, это. Так, я что-то вообще не то сделал. Так, извините, дорогие друзья, если там машина за окном слышно, то ездит тут. И это сюда. Это тоже вот так сюда. Фу, так, золото сюда. Сейчас немножко так рассортируем это все. В принципе, все. И так. У нас уже еда потихоньку кончается. Как вы заметили, у меня осталось только 10 картошки, поэтому эту уже нужно собрать, да. И так, собрали. Сейчас садим вот всю эту. Ну, не всю, а чтобы заполнить эти все. И... Ух. 26 штук у нас есть, то бишь можно нормально так поставить на пережарку. Вот тут это забираем. Так, это идем расчистим тут весь все, что нам не нужно. Ага. Это тоже. В принципе, все, да. Итак, идем опять в дом. Спать опять нельзя. В смысле, еще. И так. Что сейчас сделать? И что, идем на охоту или не знаю. Как сейчас дождь, уже сейчас просто темно будет. Ну, в принципе, разницы нету, но... Ну, как нету? Ночью, наверное, покемонов все-таки меньше, как я говорил уже. И как это все-таки заметно, да. Так, ну, сейчас просто-напросто вот тут так немножко пробежимся, может, все-таки что-то и найдем. Каких-то еще... Ну, во-во-во, и этому текстурку так вроде обновили, как я заметил. Так, бежим дальше. Или туда? Нет, все-таки сюда. Побежим. Это дождь, конечно. Если честно, даже забыл команду, как его выключить. Да, в принципе, я и не знал, а не забыл. Она какая-то там вроде долгая. А хотя, если... Weather rain... Или я наоборот включил дождь. А, все, я выключил дождь. Отлично. И вроде уже даже не так лагает, как, например, с дождем, да. Ага, вот, кстати, отличная биома. Ну, в смысле, не отличная, ну, вот болото. Как я знаю, там еще вроде нового покемона какого-то добавили в этом болоте. Сейчас посмотрим. Если нет у нас такого, то, в принципе, словим, потому что у нас нету, да. Ага, и там...
пустыня. Пустыни, я не знаю, добавили какие-то. Вроде, да, вроде в пустыне тоже добавили одного-двух покемонов, если я помню. Только не помню, как он. Диглит, да, Диглит это такой как бы червь, который живет в земле. В принципе, да. Ну, он тут сделан как бы в пустыне. Так. Смотрим всегда по сторонам, так как вот этот покемон, о котором я говорил. Итак, да, смотрим всегда по сторонам, а то вдруг знает, может еще какие-то новые покемоны появятся. В смысле, не новые, этот покемон как бы старый, но он не был добавлен в предыдущей версии. А сейчас они почему-то решили добавить его, да. Что-то я уже запинаюсь. Так. Ну, в принципе, ловим его, если у нас его нету, то словить его все-таки нужно. Да, что-то ты ему вообще так не очень сильно бьешь. Ага. Пытаемся его словить. В принципе, тоже прикольный такой покемон. А вот этого еще покемона у нас нету. Вот там слева. Не забыл, как он называется. Ну, ударь ты его хотя бы немножко. Сними, а, его сейчас уже убьют. Ла-ла-ла. Так, тогда сейчас. Сейчас. А, все. У него уже как-то жизнь быстро так спала. Это, наверное, какие-то там умения у того покемона. Что бьет его только во втором раунде, а не сразу. А. Еще раз пытаемся словить. Ловись. Так. Ну, давай. Я, в принципе, думаю, он словится. Я так думаю, да. Фу, отлично. Еще один новый покемон. О, не, я хотел тебя отозвать, а не вызывать. Ага, так. Вот этого покемона еще у нас нет. А, вот. Так тот вроде покемон, что я только его словил. Вот этот. Это вторая эволюция вот этого покемона. Все-таки нужно было словить первую эволюцию. Ну, в принципе, пусть будет уже. Еще этого словим. Этого у нас, если я нормально так помню, то этого покемона у нас еще нету. Ага, давай. Ловись. Отлично. Я забыл. У меня чекпоинт не поставлен к дому. В принципе, это не проблема. Найти можно. Ага, так. Тогда еще сейчас может какие-то покемоны найдем, покемонов. О, во, еще вот такого у нас вроде покемона нету, если я нормально так помню. Вот таких. Ух, что там за окном творится? Ага, вот таких покемонов у нас нету. Ну, в принципе, они сейчас как бы. Ух, ни хрена себе. Они как бы в бою, и поэтому на них нельзя напасть. Так, все, дорогие друзья, я там опять немножко обрезал, а то что-то там подлагало. Ну, в принципе, я хотел там сказать. Извините, тут действительно тут машины ездят, пипкают тут. Вот, кстати, вот какой новый покемон. Это новый покемон, которого добавили в этот. В этой новой версии Пиксельмона. Да, его, конечно, все-таки нужно словить. Я не на тебя хотел накинуть. И не тебя хотел словить, а то сейчас все вот эти покемоны поубегают. Ну, в принципе, я тебя сначала хотел словить, пока не увидел вот того покемона. Давай, ловись уже. Давай. Фу, давай, все, словился. Ага. Сейчас набрасываем на вот этого покемона. Отлично, поливак.
Да хорошо уже свое имя говорить. Я уже прекрасно знаю, ты уже раз не знаю сколько повторил его. Ага, давай, 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 ловись. В принципе, его вроде вторая эволюция тут есть, если я помню, она называется Поливрат или как-то так. А вот сейчас его еще, ой, его еще вроде первую эволюцию добавили, это Поливак. Ага. Сейчас мы их поубиваем. Ух, сколько у тебя этих покемонов. Фу, все. И сейчас, 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 вот что я еще хотел показать. Ну только вот только вот я сейчас приду домой, короче. Ну не короче, а поставлю чекпоинт, да. Вейпоинт? Не, чек, какой нафиг чекпоинт. Ух, эти... Такое ощущение, что я рядом с аэродромом живу, или какой-то... Такие звуки, не машины, а какие-то истребители. Чё это за музыка? Это музыка с Майнкрафта такая новая, или это с Пиксельмона? Ну, в принципе, пусть будет. Не буду я убавлять сейчас. Она мне, если честно, не мешает. Ага. Тогда сейчас бежим, бежим, бежим домой. Только, если честно, я уже, в принципе, забыла, где он. Ну, где-то вот тут все-таки должен быть. Ла-ла-ла-ла. Так. Где наш дом? А, все, 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 я знаю, где наш дом. Ага, вот он там, вот он там. Побежали, быстренько, быстренько ставим waypoint. И вот что я еще нашел. Вот тот самый Pocket Center, о котором я вроде говорил. Ща, 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 ща. Если сохранился waypoint. Ща, короче. Угу, так, бежим, 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 бежим. Давайте, давай уже быстрее. Сейчас я быстренько, быстренько, быстренько создам waypoint и потом сразу же побегу. Ну, туда. Не побегу, а телепортну сюда. Фу. Ага, так, бежим. Новых покемонов вроде нету. Реально, что это за музыка? Я никогда не слышал, чтобы она была в Майнкрафте. Это все-таки с Пиксельмона или с Майнкрафта. Я не знаю, будете ли вы это слышать. В принципе, какая-то музыка. Так, а, waypoint. Так, 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 так. Чё я хоть? А, отлично. Тогда я сейчас быстренько телепортнусь, покажу вам покет-центр, и можно на этом заканчивать, потому что реально, днем тут, как бы сейчас я записываю обедом, и поэтому тут машины разъездились. Но я думаю, это не будет так очень слишком мешать. Все. Харе уже играть. Ага. Тогда ща, 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 ща. Я, если честно, не помню. Так, мир еще не прогрузился. Как бы я перенес его уже на новую версию, и поэтому он заново прогружается, можно сказать. Ага, ну, в принципе, это такая... Такой, как бы сказать... Такое место, на которое можно телепортнуться потом будет и спокойно прокачаться вот тут, так как я думаю, в поле всегда много покемонов большого уровня. Ага, и сейчас, а ну, может вот тут? Да, я думаю, все-таки вот тут. Оу-оу-оу, это мне не очень. Ух ты.
Я лучше включи. Ага, гимн. Офигенно. Фу, а вещи, вещи, вещи. Вещи. Это что такое? Вот такая хрень меня всегда сам больше бесила, когда умираешь в стене, потом фиг их знаешь, где твои вещи. Ну, по логике, когда ты умираешь в стене, то твои вещи должны быть выпрыгнуть наверх. По логике, сейчас они должны быть тут. Опыт мы вроде нашли. Камень тоже нашли. Это тоже нашли. Это тоже нашли. Вот такая хрень меня всегда очень бесит. И что мне сейчас делать? Это тоже нашли, это тоже нашли. О чем еще не нашли? Мы не нашли алмазную кирку, мы не нашли. О, вот. Да чё ты так раскидался-то? Как, в смысле, во, нашли алмазную кирку. А то я уже напугался. Нашли железо? Да чё ты так раскидалась? Там мои вещи, хорошо, что к моему дому не кинуло, не долетели. А вот покеболы, я их, если честно, даже не вижу, где они вообще могут быть. Это очень плохо, а это еще хреновей. А, да я же в гейм-моде. Ну, в принципе, я его выключу, только я его как бы. Вы видели, я даже пытался включить гейм-мод, но он как бы даже не знаю почему, ну, не включился, можно сказать. Я его 2 раза включал, а он как бы просто не включился, а включился уже после того, когда я появился в стене. Так. Вот это хреново, вообще хреново. Я даже не помню, что там было, какие у меня вещи были. Ага, ну да, накопали мы, конечно. Вот это хреново. Там нету никакой шахты, может, все-таки в шахту куда-то попало. А то вещи так раскидывают. Во, это вроде мое яблочко. Это бесит. Короче, чё я буду париться, дорогие друзья, извините меня, но я все-таки возьму себе ультраболы. Я не помню, сколько их там было. Вот вроде где-то так. А эти 9 штук поставим обратно. А я, если честно, даже больше не помню. Еда, раркенди. А у нас еще лопата была, да. Вот это вообще хрень. Ладно, короче. Вы извините, дорогие друзья, что я опять взял вещи с креатива, но я думаю, вы понимаете, это не я взял вещи с креатива. Это как бы я телепортнулся на то место, где я без съемки нашел Пуке-центр, но сейчас почему-то его здесь нету, и меня как бы замкнуло в стене, и я там задохнулся. Вот мои покеболы. А, отлично, значит, я ничего не взял с креативного режима. Все, ху, отлично, 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 отлично. Ой. Ху. Отлично. Тогда
Ну это вообще фигня была, что мы задохнули в стене, ну без приключения никак. И ну все, дорогие друзья, я сейчас телепортнусь быстренько. Так, нет. Вот мы сделаем сейчас вот так. И все, дорогие друзья, я думаю, на этом можно закончить эпизод. Мы так побегали, посмотрели на мир, что изменилось, увидели несколько новых покемонов, увидели несколько новых переделанных покемонов, как бы с новой внешностью. Задохнулись в стене. И все, я уже рассказал, что и как, что я те вещи, что взял с креатива, я их как бы сейчас доиспользую, вот эти все. Ультрабол, ну, покеболы, камни для эволюции покемонов. Я эти вещи, ну, я дал только хилки, которые можно ставить в любом месте, чтобы, например, не телепортироваться домой, а просто-напросто вылечить на том месте покемонов. Но я их вернул, и поэтому я сейчас еще расскажу, что эти все вещи, что я взял с креатива, это как бы была небольшая помощь, и что я их сейчас доиспользую. И потом, когда мне они опять пригодятся, вот эти все камни, эти все покеболы, но их у меня уже не будет, так как я их, да, использовал, вот эти, что я взял с креативного режима, то я как бы их уже начну сам делать, сам опять собирать априконы, находить камни и крафтить их. Ну и в принципе, ставьте большие пальцы вверх за то, что я перенес мир на новую версию, скачал новый пиксельмон, и сейчас еще буду продолжать играть. Да. И подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.